Это история про кухню, которая не умела выбирать украшения. Ей казалось, что ей очень идет фартук из ламината. А мы решили переубедить ее в этом. Для начала мы убрали все лишнее и демонтировали ламинат. Убирать его было тяжело, потому что каждая планка была прибита на гвозди. Но мы справились с этой задачей и начали подготавливать стену. Нам показалось, что будет намного практичней добавить еще несколько розеток и подсветку. Когда с отверстиями было закончено, мы начали раскладывать плитку. Перед тем, как клеить плитку на стену, мы соединили всю электрику и проверили ее работоспособность. Когда все заработало, мы вновь продолжили клеить плитку. Плитка была матовая и приятно рассеивала свет от светодиодов. Края фартука мы решили декорировать плиткой другого формата. Работа была кропотливая и требовала определенной сноровки. Когда клей высох, мы начали использовать фугу для затирки швов. Эта работа требует аккуратности и точности. Когда фуга высохла, мы убрали ее остатки и протерли плитку от пыли. Результат нам очень понравился, потому что кухня стала светлая и стильная. Надеемся, вам понравилось наше видео. Спасибо за просмотр!